Ну что, друзья, всем привет, с вами как всегда Робзи, у нас сегодня Five Nights at Freddy, вторая часть, вторая ночь, и сразу прошу, лайк поставили, подписались, колокольчик нажали, погнали, продолжение. Вторая ночь. В прошлый раз я не смог ее пройти, потому что видео слишком долго затянулось. Сегодня я очень сильно постараюсь. Итак, у нас, по идее, должен быть телефонный звонок. Ага, да, есть, все, нам звонят. Привет. 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 Видите, я же сказал вам, что первая ночь не будет проблемы. Действительно. Ну, теперь я уверен, что вы заметили старые модели, которые сидят в задней комнате. Да? Они со старого помещения. Мы вот просто пустили их на запчасти. Сначала была идея их отремонтировать. Их даже начали модернизировать новыми технологиями. Но они были настолько уродливые, ну вы понимаете. И запах. Так что компания решила пойти совершенно в новом направлении и сделать их супер дружелюбными к детям. Ну, старые модели не должны ходить вообще. Но если они это сделают, то Фредди считается у них за главного. Используйте маску Фредди. На них это должно сработать. Короче, все. Я знаю, что нужно. У нас 12 часов ночи. Все, он ушел. Он ушел. Я уже после первой серии понял, что здесь у нас не только 4 аниматроника. У нас с вами есть музыкальная коробка, которую нужно постоянно заводить, потому что иначе нападет у нас марионетка. У нас есть мангл. Как оказалось, это типа Фокси, но типа игрушечный и очень опасный, как оказалось в итоге. Так, у нас есть Фредди, Чика, Бонни. Кстати, Бонни и Чика уже ушли. Балунбой, оказывается, тоже здесь существует. Как ни странно. Короче, здесь дофига разных аниматроников, которых, в принципе, не должно быть вообще. О, здравствуйте, Бонни. Вот это вот, надеюсь, на меня нападать не будет. Что здесь такое? Подожди, зарядить, быстрее. Так, у нас час ночи. Час ночи мы прожили. Проверяем. Я еще не разобрался, как толком здесь проверять. Некоторые механики я уже понял. Что за звук? Что это? Кто-то вентиляция. 100% кто-то вентиляция. А, Бонни, привет. Справа. Справа у нас Бонни. Спереди у нас никого. А получается, он скоро появится вот здесь, да? Так, давайте пока заведем. Заведем. Понял. Привет, Боня! Привет, я Фредди. Он ушел? Да, он ушел, все отлично. Я понял, то есть от них мы прячемся маской. От мангла мы маской прятаться не можем. Опять что-то. А как от баллончика? Как от баллончика-то прятаться? Он будет выглядывать? Подожди, здесь никого. Он здесь? И Чика! Блин, не то! Уходи! Подожди, Он мне... На меня Фокси напал! Что это такое? Что это? Я этим управляю! Я играю за Фредди, а это марионетка? Это какая-то игра? Что это такое вообще? Какой-то... Кровь. Где какой-то стол. Подожди, это комната охраны, вентилятор. Это вентилятор, это кровь. Подожди, я окажусь сейчас за Фредди? Это что такое вообще? Подожди, это праздничный стол. Куда я должен дойти? Может быть, налево? Я пришел сверху. Подожди, я не понимаю, что делать. Подожди, что? Что это, черт возьми, было?
Что? Куда я попал? В какое-то измерение? Я сейчас немножко не понял, ладно. Я думаю, что вы напишите, что это было и куда я попал. Так, музыкальную шкатулку нужно постоянно. Так, они находятся... Это Фредди, да, это сломанный Фредди, а это сломанный Бонни лежит. Вот они вдвоем здесь. Мои ребята стоят на 9-й камере, все втроем. Хорошо, хорошо, как защищаться от Балун Боя? Он ломает мне фонарик. Я не могу светить, когда он приходит. Все трое здесь. Обязательно держать нужно заряд на музыкальной шкатулке. Так, Мангл здесь. Где Балун Бой? Где Балун Бой? На какой камере, мне нужно запомнить. На 8-й. Нет, это сломанный Бонни, сломанная Чика и там сломанный Фредди, если не ошибаюсь. Вот эти две комнаты вообще не могу посмотреть, вообще никак добраться. Так, пока что ребята стоят на месте. 4-я, 2-я, 10-я. А подожди, Балун Бойчик вот здесь. Он на месте, все хорошо. Здесь Мангл на месте. Я пошел заряжать пока что заряжать музыкальную шкатулку. Так, хорошо, подожди. То есть вот здесь свет не расходуется, правильно? То есть вот здесь свет не расходуется. Фонарик это совершенно отдельно. Фонариком я подсвечу все остальные комнаты. И тогда я в безопасности. Ну, отчасти. Так, кто-то вышел? Подожди, 9-ю. Чика вышла. Чика вышла, где Чика? Она обычно вот здесь любит часто стоять. Ну, по крайней мере, с прошлой части. Хитскейв. Так, здесь у нас детская пещера какая-то. И там у нас... Блин, надо вот эту штуку. Я постоянно забываю, что нужно нажимать эту штуку. Мне выключили камеры. Кто-то смеется. Где он? Он ушел? Так, Бонни ушел. Где Бонни? Где Бонни? А, Бонни здесь. Здесь никого. Балунчик ушел. Балунчик ушел. Так, заряжаем эту штуку. Зарядили. Свет. Маска. Никого. Все нормально. Все нормально. Робзи, не бойся, все нормально. Два часа ночи. Два часа ночи. Пипец, как... Так, Боня здесь. Чика тоже ушла. Мангл здесь! Он был здесь? Подожди, а где был он? Так, Фредди, Бонни здесь. Он исчез. Он исчез. Вот этот Фокси Мангл или как там этот черт? Фокси! Это старый Фокси! Подожди. Я не могу светить! Подожди, от него спасает мозг или нет? Он ушел. Блин, музыкальная шкатулка. Кто-то здесь. А Боня? Я понял, Боня справа. Боня справа. Ай. Привет. Привет. Это той Бонни. Так, опять пришел. Уходи. Балун Бой. Уйди. Уйди. Уйди, на него не работает маска. Я помню, что... У меня сломалось. У меня сломалась фонарик. Фредди. Откуда Чика взялась? Откуда Чика взялась? Смотри. А сейчас не было. Почему тогда игра запустилась? Какая-то непонятная игра запустилась. Секретная. Я не знаю, что это было. Как эту ночь... Я не знаю. Только не говорите, что Бонни уже ушел. Нет, Бонни на месте. Так, Балун стоит. Это мы заводим. Так, надо прожить, надо как-то прожить. Мангл здесь.
Мангл. Почему его зовут Мангл? И, кстати, я вот сейчас буквально на пару секунд отвлекусь. Я видел некоторые комментарии, что Робзи, как ты можешь играть во FNAF, не зная всей истории FNAF? Ребят, я для этого и играю во FNAF, чтобы узнать всю историю FNAF. Какой мне смысл сейчас узнать, допустим, посмотреть какие-то гайды, все остальное, почитать информацию про FNAF, узнать всю, друзья, историю FNAF, допустим, все всякие секретки и все остальное, чтобы потом играть? Ну, тогда неинтересно, согласитесь. Я хочу поиграть и узнать во время игры. И проходя каждую... У меня вас... зарядить музыкальную коробку. Проходя каждую часть, каждую ночь, узнавая что-то для себя новенькое и тем самым познать всю историю и весь лор ФНАФа. Вот в чем смысл, понимаете? Вот, это, извините, я отвлекся. Так, музыкальную коробку мы с вами завели. Проверяем, эти ребята стоят здесь. Балунчик, я так понимаю, ушел погулять. Мангл все еще здесь. Это хорошо. Здесь никого. Hello, кто hello? Кто-то уже там. Кто-то в вентиляции лезет. Пожалуйста. Прямо никого. Слева никого. Право никого. Кто в вентиляции? Hello. Кто hello? Где они? Уйди! Не работает свет! Уйди от меня! Как защищаться от балунбоя? Он приходит, смеется и все. Вторая ночь, 12 часов. Мы максимально серьезные. Свет у нас не расходуется, если мы смотрим лево и право, правильно? Маска нас защищает от всех, кроме Фокса, Мангла и марионетки, правильно? Мы должны также постоянно держать заряженную музыкальную коробку, потому что как только она закончит играть, на нас выпрыгнет марионетка. И пошарабану, что где происходит. Ребята стоят здесь. Чика, Бонни и Фредди. Красивые. Здесь у нас коридор, здесь у нас никого. Здесь у нас лежат сломанные Фредди, Бонни и Чика. Если они начнут, не дай бог, ходить, я буду просто в шоке. Здесь у нас сломанный Мангл лежит, либо он целый, но очень стрёмный. Фокси, допустим, Фокси, который приходит, я его вообще не вижу. Подожди, стоп. Может, это был слева? Подожди. Стой. Вот на этой камере Мангл, а вот на этой камере, может, это Чика? Это Чика. Это Бонни. А где Фокси? А Фокси здесь и нету. То есть Фокси мы с вами, в принципе, вообще не видим. То есть мы вообще нигде его не видим. Балончик здесь. Может быть, его как-то надо сдерживать или подсвечивать? Чтобы он не баловался. Потому что он балуется постоянно. Эти стоят здесь. Подожди, я боюсь уже. Эти лежат здесь, все хорошо. Мангл здесь, все отлично. Может быть, нужно иногда него подсвечивать, чтобы он не ходил. То есть заходить вот сюда, допустим, подсветил маленечко, а балун уже свалил. А где он? Куда он уходит? Куда этот черт уходит? Может быть, балун бой уходит и открывает комнату Фокси? В какой-то спрятанной комнате, я не знаю. Пока никого нет. Час ночи. Все хорошо. Так, не забываем музыкальную коробочку. Постоянно. Почему двери не придумали? Почему в этой части нет дверей? Балун бой приходит в одно и то же время. Примерно в 3 часа ночи. Я всегда проигрываю ему. Но он еще смеется. Что бы это означало? То есть его смех. Я вот, понимаете, я не читал гайды. Я... 2 часа ночи. Пока никто не приходил. Мангл исчез. Это нехорошо. Он на 11-й камере. Я вижу его. 11-й камере. Кто-то... Фокс пришел. Я тебя не боюсь, уходи. Уйди! Он мне сломал фонарик. Черт. Все, заработало. Кто hello? Какой hello?
Так, а Фокс ушел. Опять пришел. Что за звук? Что, черт возьми, за звук? Боня здесь. А, хочет лезть в вентиляцию. Чика, привет. А, залез в вентиляцию. Боня полез в вентиляцию. Опять Фокс пришел. Опять сломали мне свет. Опять сломали фонарик. Я посветил на Фокси. Чика пришла. Ага, Чика ушла, Бонни ушел, Мангл пришел. 3 часа ночи. Да ты уйдешь? Ты уйдешь или да? Сколько на тебя можно светить? Я в тебя включил фонарь, у меня фонарь сейчас сядет. А, у нас... Уходи. Я посветил. Я сейчас марионетку... Все. А, свет не работает. Фредди пришел. Сейчас, подожди. Сейчас, 5 сек. 1, 2, 3, 4. Не нападай. 4 часа утра. Так. А Фредди же не нападет сам на себя? Фредди, уходи. Я марионетку завел. Фредди, уйди! По-братски! Уйди, пожалуйста, я тебя прошу! Тут музыкальная коробка, сейчас вроде... Четыре утра. Фокси, 5 утра, уходи! Уйди! Уйди, 5 утра, я жить хочу! Уйди, пожалуйста, Фредди! Выдели Фредди прямо здесь-то! Уходи! У меня маска Фредди, ты понимаешь? Чика! Там марионетка сейчас... Наполовинку, я одел маску. Кто-то ползает. Пожалуйста, дайте дожить. Сколько мне продержаться? 5 утра. Я не хочу умереть. Я хочу выжить. Так, тихо. Фредди, уйди. Уйди, пожалуйста. У меня маска. Я Фредди, я твой друг. Я твой братик. Я тоже аниматроник, дружище. Сейчас маринет когда пойдет. Я прожил. Я выжил. Я прошел вторую ночь. Ребята, я справился. Что это? Что это такое? Это Чика. Я в маске. Это Бонни. It's me. 3-я ночь. Ребят, давайте, просто зафигачивайте лайками, подписывайтесь на канал, и я сразу снимаю 3-ю серию второй части, 3-ю ночь. Короче, лайк, подписка, колокольчик, все, всем удачи, поеду, я пошел отходить, потому что мне реально плохо. Привет, пока, все, в следующей серии встретимся, а ты там болталка.